Историю пятилетнего Аюры Бурдина из Улан-Удэ знает практически весь мир. Несколько лет назад мальчику трансплантировали печень, от малыша дважды отказывались собственные родители. Об этой душераздирающей истории и был снят документальный фильм «Любовь и ответственность». Мы Аюры не видели с 15-го года, как он от нас уехал. И в этом году, когда они приехали со своей мамой, мы были, конечно, обескуражены результатом, мы были счастливы до слез, что история, такая грустная начавшись, она получила такое счастливое развитие. Ребенок внешне здоровый, активный. Перед презентацией фильма любой желающий мог купить книгу приемной матери Аюра Натальи Бурдиной «Аюр значит жизнь». Все средства от продажи направятся в поддержку детей-сирот, которые живут в приемных семьях. Наш фонд «Здоровье Бурятия» будет по просьбе Натальи, будет соучредителем фонда «Аюр». И мы распределили наши обязанности таким образом, что мы будем заниматься здоровьем детей-сирот, помогать семьям, которые приняли этих детей. А Наталья будет заниматься самой проблемой усыновления. Авторы фильма отмечают, история усыновления Аюра очень трогательная и добрая. Она внушает уверенность в том, что в мире есть настоящие люди, для которых изменить судьбу ребенка, где бы он ни появился на свет, особенно с тяжелым заболеванием, не подвиг. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев, «Новости дня».